Итак, всем привет. Это Бонд. С вами Сосул, продолжаем Бонд. Походить. Где вы, Пин? Джеймса Бонда. Мы скоро встретимся. Выполните мою просьбу ради нашей общей безопасности. И что же за просьба? Мне сообщили, что в океанариуме спрятано оборудование для звукозаписи. Наш разговор не должны услышать посторонние. Сообщите, когда найдете устройство, и отключите их. Так, ну здесь нам надо найти вот устройство. Какого-то фига у меня офигенно лагает. Офигенно играет игру, лагает игру. Не знаю почему. Ай, точно, это не то. Надо сначала их найти. Ну, я примерно, конечно, помню, где они находятся, но вот, чтоб так точно. Вот, один. Ладно, наверное, приду в это место, не будет мне так игру лагать. Так, первый жучок сканируем и взламываем. Так, дальше какой у нас по счету? Вот там он должен быть. Не зря же тут так все сделано. Ой, вон, да, вон жучок второй. Я его уже вижу. Так, да, ой. Извините. Просто невозможно это делать, когда игру лагает. Нариум. Ладно, и последний жучок. Последний жучок у нас находится... Находится он. Вон он. Тут он находится. Это из всех вроде самый сложный замок попался. Все. Ну, как вы поняли, у нас уже океанариум закрывается. Просим вас последовать к выходу, да, вот это. Мы сейчас заменим записывающее устройство, то, что вот запишет это, как бы. Так, что ж тех-то надо делать? А, ну это легко. Как послушать-то? Океанариум просит вас последовать. Ой. Океанариум закрывается. Так, все. Просим вас последовать к выходу. Все, мы правильно сделали. Теперь у нас встретиться с... Готово. С каким-то чуваком. Все чисто. Хорошо. Встретимся внизу, рядом с китом. Ну, встретимся. Найти бы мне его, Алона. Блин, что ж такое-то, я не знаю, что и делать. Пин? Что ж так скачет? Командер Бонд, скажите, что вам известно о китах? Немного. Только то, что лучше не держать их в аквариуме. И что у них огромная пасть. Тогда вы должны понимать, что такое жизнь в крупнейшей стране мира. Население Китая больше миллиарда человек, мистер Бонд. Больше миллиарда китайцев нуждаются в еде, домах и одежде каждый день, каждую неделю. И так из года в год. Мне знакомы эти цифры. Но вряд ли знакомы выводы. Какие? Мы не отстаем от Запада по уровню развития. Мы изобрели порох и деньги, когда вы еще жили в пещерах. Но в каждом обществе есть нарушители закона. Те, кто готов на все, чтобы добиться цели. Ученый, промышленный шпионаж. Кто-то из Китая в этом замешан? Кто-то из ваших похитил его? Нет, гораздо хуже. Тут замешан торгаш. Тот, кто похищает опасные секретные технологии и потом перепродает их. Не из политических убеждений, а ради денег и власти. Ради того, чтобы стравить нас. Но кто? Где он? Как его остановить? В Женеве мои люди пытались выйти на этого человека. Узнаете его? Нет. Его зовут Рак. Он родился в Монголии, на пограничной земле между Россией и Китаем. И ненавидит обе эти страны.
Он держит деньги и любовницу в Швейцарии. А сам живет в Бангкоке? Он замешан в темных делишках. Вначале мы думали, что он просто посредник, но... Так, все. Теперь нам нужно убийцу. За убийцей бежать нам нужно поймать его и допросить. Это, думаю, в объяснениях и так не нуждалось. Но самое смешное то, что я вообще напрочь забыл, как играть. И я не шучу. Меня сейчас могут вальнуть. Блин, на кого прятаться за укрытием, я вообще не помню. Ну ладно. Ух ты. Ты что, дробовик поднял? Ух ты, можно перескочить. Ну ладно. Так. Ага. Как я теперь уже понял, за укрытиями на пробел. Да, долго меня так не было. Ой. Нет никак желания проходить Бонда, потому что он не лагает, блин, ну, в смысле, на фрапсе. Не из-за игры компа, там. Может, из-за игры, не знаю. Скорее всего, это из-за говна фрапса, который лагает. Ой. Кстати, да, вот видели снайперка, если ее всего один раз за игру можно найти. Даже не снайперка, не знаю, что это. Здесь она там пригодится. Так, этого убийцу нам застрелить не дадут. Как вы понимаете, он такой скриптовый чувак. Вот, все. Вроде бы. Ну и, как правило, кончились патроны, хотя оружие довольно-таки классное. Я бы с ним всю игру побегал, он как автомат, только со снайперским прицелом. Так. Все, ну, возьмем опять дробовик. Что он мне понравился. Такое, я потише сделал. Ну то звуки заглушают, капец, мой голос. Сейчас, если сделать потише, должно все нормально быть. Ну все, наконец-то всех убил. Все, убийцы, иди сюда. Вот видите, я в него сколько, если даже стрелять и попадать буду, ничего не произойдет, он не умрет. Вот только зря потратил патроны. Ну здесь я подожду, пока он подойдет. Надо же хоть раз красиво вырубить какой-нибудь. Вот, вот так. Да надо. Ух ты, тоже неплохой автоматик. Смотри, пули стреляют. Так, все, ну и сейчас нам предстоит такая... О, ну, возьмем. Сканируем. Так, тут нам предстоит погоня, довольно-таки такая длинная, за... Ой. За вот этим вот китайцем. Ой. Ой. Извините. Так, вот все. Смотрим кратковременную такую видеоролик такой. Догоните убийцу Пина. Ну, так это понятно. Думаю, в объяснениях нуждается. Но здесь довольно, кстати, долго нам придется бегать. Ползать от них. Самое интересное то, что у нас забрали оружие. Это, наверное, самое веселое. И самый такой приятный в плане геймплея этот момент. Что тут только ползать надо, перелезать через ящики, прыгать. Мне это вообще нравится во всех играх. Ладно. Опа. Ползем. Такая довольно-таки расширенная игра в плане геймплея. Так что тут есть, ну, есть ведь и поездки на транспорте. Вот такой вот паркур, что ли. Не знаю. Ну и перестрелки довольно-таки интересные. Так. Ну, сейчас нам попрыгать надо будет, если не ошибаюсь. О, ну да. К
Кстати, да, вот сразу вам скажу, после того, как мы его все-таки догоним, придется нам... Если мы его пока не догоним, нам придется на машине за ним ездить. Ну, сами все увидите. Так, ну все, ну здесь уже нам пострелять дают, и так понятно, раз нам оружие дали. Ну, просто же так нам его дали. Ну, тут у нас читерский смартфон. Благодаря которому мы можем посмотреть, где кто находится. Только у меня, кажется, патроны кончились и меня убивают. Капец, конечно. Ну да ладно. Не беда. Все равно мы отсюда уже начинаем. На. Окей. Сейчас не буду так тупить. Ой, фак, мазафак. Чего такого выскочили? У меня патрон нет. Вот твари, ладно. Хотя бы этого смогу вырубить и забрать у меня патрон. Тут по головам на всем стрелять, чтоб зря пулю не просрать. Как они-то сквозь дым-то меня видят? Самое-то интересное. Вот такая тоже, кстати, читерская вещь. Хоп, хоп. Хоп-хоп. Получили. Все, вижу, никого тут больше нет. Ой, дальше бежим. Куда? Сейчас прикончу. Слепая ярость, может, даже успею набрать это достижение. Ну, я как бы не гонюсь за этим. Мне нафиг не нужно, я не люблю. Ну, как бы, вообще в играх типа вот Gears of War я люблю так делать, но не в этой. В этой он из-за укрытия как-то вяло стреляет, не высовываясь. То есть оружие разносит сильное и так далее. Так, дошли мы до контрольной точки. Сейчас должно быть самое, наверное, интересное. Только... А, вот сюда надо. Ну что ж, тут интересно будет. Вот он. Видим поезд. Гонится. Я даже ожидал, что этот человек отсюда выскочит. Вот. Ох, попался как под прицел. Молодец. А, кстати, часть Крайзиса у меня тоже сегодня, наверное, или завтра выйдет. Даже не знаю. Но скоро. Так, смотрим мы видеоролик. Стой! Один шаг, и ты труп. Брось оружие. Нет, враг все равно прикончит нас обоих. Вот о чем я вам говорил, вот нам сейчас и предстоит поездочка на вот такой вот, на такой вот говном машинке. Отцепить тук-тук. Ладно, на этом я с вами прощаюсь, с вами был Суслик, всем пока.